и мать, и героиня. В США водитель спасла 20 детей начальной школы из горящего школьного автобуса. Инцидент произошел в штате Мэриленд. Внезапно запахло паленой резиной, и пламя вдруг охватило весь автобус. Ренейта Смит не растерялась. Она быстро вывела всех школьников одного за другим. Но затем, обратите внимание, женщина вернулась в горящий салон, чтобы проверить, кто там еще остался. Затем она отвела детей в безопасное место. Никто не пострадал, и Ренейта уже стала национальным героем. В сети появилось видео полыхающего автобуса. Как раз-таки мы его сейчас с вами и видим на экране.